Стоп, подожди, готовится Замя. Ай, Айгер Григорьев. Уно. Ты им подсказывай. Двой. Толкайся, Сергей. Три. Значит, оценка чинь. Лев Сергей Николаевич, у нее болит голова. Болит. Отлично. Чапка. Кого? Ну, Олеся. А чего у вас болит голова? Потому что делают все. Потому что они правильно делали, а сейчас правильно делают, но уже голова. Ага, стоп, для меня, прошу. Ну, не надо. Двое. Принди Чуанди. Да. Три. Оценка три. Молодец, три. Хорошо. Вначале дело вообще не так. Так, а для меня делала? Жасмина. Давай. Дика, еще, пожалуйста, да. Так. Хорошо. Ноги лови, коленки. Вот, умница. Толкайся. Раз. Так, хорошо. Значит, смотри, ты молодец. Единственное, если ты... если ты делаешь отсюда, то ты заканчиваешь вот здесь, тебе неудобно вставать. Значит, ты когда делаешь кувырок, не отсюда делай, а вот отсюда. Отсюда раз, вот мама. И тогда ты спокойно там встанешь. Тебе край мешает. Ты вот так становишься, конечно, так тяжело встать. Вот иди сюда. Вот, смотри. Видишь? Вот отсюда сделай. Стоп, еще чуть-чуть. Так, давай. Толкайся. Все так же делай. Оп, видишь, у тебя где ножки, даже можно еще назад. Хорошо, все, садись. Так, будешь делать? Почему? Кажется, голова болит с утра? Ну, кажется. Прямо сейчас? Ну и что? У меня тоже последний раз, ну, это делаю. У тебя? Что у тебя? Три кувырка, три. Спортсмены с поломанной рукой выигрывают олимпийские. Так, ну, мы не будем руки ломать. Но упражнение нужно делать для равновесия. Показывай, какие упражнения. Утром встал, делаешь зарядку? Нет. Как? Ты делаешь зарядку? Ты делаешь зарядку? С чем? С ложкой, когда кушаешь? Ты делаешь зарядку? Ты выходишь на улицу? Нет, ты дома делаешь. Дома. Ну вот ты встала, да? Нет. Ты встала. Что ты делаешь? Какие упражнения? Да. На месте. И скакал. Значит, потом я скажу, что делать вам утром. Утром должна быть зарядка. Вот то, что ты делаешь, ты качаешься. Это все равно, что ты завтрак переносишь на обед, а обед кушаешь утром. То есть ты молодец, что что-то делаешь. Но я тебе скажу, что надо делать, потом всем. Значит, дальше. Раз голова кружится, значит, это говорит о чем? Что вы не выходите на улицу, сидите дома, ни черта не делаете. А что ты делаешь на улице? Вы поняли, что ты делаешь? Во что? Карта? Пиво пьешь? Нет. Семечки кушаешь? Да. Ну, что ты, вот если человек бегает, как у него может кружиться голова? Вот ты сейчас, у тебя голова кружится. А завтра что у нас? А, Винни, ты выйдешь на улицу, побегаешь. Винни, ты пойдешь на улицу бегать. Пробежишь, и тебе голова закружится. Завтра четверг. Завтра четверг, Сергей. Послезавтра. Я извиняюсь. Так, ставим. Аринея, Дребс, пришел замдиректор. Куда взял мой Виктор? А что это? Ой, Здравствуйте. Вы делали? Не знаю.
Вот здесь, лицом туда камеру. Ну,
лицом Григорий Аич. Вон туда лицом. Все, пошли, попрыгали, сейчас будете делать процедуру. Так. Нет, делайте, делайте, делайте. Нет. Делайте. Бросаем, все закрыл? Да? Вы все? Да. А что так прыгать? Давай, зови его, сядь сюда. Сейчас я вас отпущу. Берите бабушка палку. Маленькая, ты уже выросла. Андрюха, бери Владимира, садитесь сюда. Женя, берите, садитесь сюда. Так, положили скакалки. Положили. Быстро, пульну внутри. А сюда. Я не должен пойти в какие-то дела. Дела. Все, туда иди тоже. Да. Так, вы, ун, два, три. Сюда. Вы вторые. Ун, два, три. Сюда. Сюда. Ун, два. Вы вдвоем туда ушли. Положи, положи, достань. Положи. Так. Сейчас прыгаем. Григорий, цени. Середина. Тоже так. Вот сутовой. Лену дальше. Аич. Вот. Аич. 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 Сюда. Так. Сели хорошо. А Диана сюда, а Адилина сюда. Становишься вот там рядом. Иди сюда. И считаешь его сутовой. Аич. 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 Иди сюда. Становишься с той стороны и считаешь ему 100 раз. Вот сюда, вот сюда. Вот, нет, вот сюда становишься. Готовы? Да. Фактор лицо. Следующий вопрос. Внимание. Джима! Слух считай, слух! Громко считаем. Вот тогда он мне говорит, что он 100 раз прыгнул. Я это не верю. Матея! Скакалки падают. Матея! Стоп! Дзюдо, мате это стоп. Бил баш. Сюда. Ладно. Ожидаться. Так, Аделина сюда. Аделина и. Возьми скакалочку сюда. Сейчас. Нет, нет, нет. Не положи ее. Положи. Ты спрыгнул на стол. Жасмина, бери скакалку сюда. И Руслана. Бери только любую скакалку, потом поставь. Вот сюда. Вот сюда. Так, Михаила, Лену пару. Считаешь слух? Я Аделина считаю. Один пришел за просьбой, второй хотел. Да. Сергей Петрович. Я Аделина считаю. Считай, встань туда. Стоять!
пчелары приехали. Ну, Петя, туда, туда. И лицом к камере.
Лена. Смотри, встали, лапки чёрные. Еще раз. Лапки чёрные. Встали. Лапки чёрные. Вот как делать это, блин. Не, ну, номер. Вот, зага, стоит, все. И набиваем, набиваем. Два раз шага, уже все. Пошли. Продолжайте, считайте. Матвей, стоп. Сели на колени, взяли мячик в руку, ушли на свои места. Еще раз, мячик в руку. Мячик. Олеся, где что, наказывать надо? Олеся, где ты должна сесть? Туда. Эй, боец, за спину, туда. Вы, сюда. И... Стоп. Стоп, не набиваем мяч в руки. Мне что, что, надо наказывать, что ли? Я наказываю. Еще раз, вот ракетка. Вот один палец, второй. Вот, вот этими пальцами держим. Вот тут. Не так держим. А вот этими двумя. А это сбоку. Это так, это так. Так или так. Еще раз. А так не можно? Не так удобно, когда ты будешь играть в теннис, если мяч время будет сюда попадать. А так можно? Удобно в туалет, когда эти брюки не снимать. Встали. Пошли набивать. Нет, я сказал вот так. Берешь этот пальчик сбоку, вот здесь. Да. Пошли. Пошли. Сейчас вы будете мне показывать, как ты набиваешь. Нет, ну умеешь. Не ходим, не ходим, стоим на месте. Скакалка показала, как вы прыгаете. Прыгаете хорошо, сил нет. Олег, зачем надо было бить, если мяч вверху уходит? Возьми его, встань. А сколько сделать? Сейчас. Сколько сделать? Беатрича, встань на место. Сто. Беатрича. Сто, да. Иди сюда. Значит, будет. Идем за мяч, а потом Дальше ты как бы сделаешь. Ты что? Вот мне девочка написала, мне тоже, я очень, не очень нравилось слово мешок. Я знаю, что мешок имеет? Те, кто меня не слушает. Я тебя слушаю. Вот на ней, кто не понимает? Я не понимаю, если ты сделали 100, что раз ты делаешь? Я все... Ну, смотри, этой стороной 100 раз, этой стороной 100 раз. Можно на это 100 раз? Нет. Еще раз. Ожидаться, сели на колени. Ты стоишь так, ты закрываешь жасмину. Так посередине. Да. Еще раз, посмотрите внимательно. Вы, девочки, должны уметь играть хорошо в волейбол, теннис настольный и шашки. Объясняю. Шашки как? Все, шашки? Нет, ты портишь. Знаешь, сколько лет этой ракетки? Сказать тебе? Да. Она старше тебя.